Друзья, всем привет! Москва. У нас сегодня уже, наверное, пятый или шестой даже день самоизоляции объявленной. В парке напротив у нас на кортах, на теннисных снова появились спортсмены. Ну и логично, что кто-то из жителей вызвал полицию, так как люди не соблюдают требования по самоизоляции. Вот им громко сейчас по громкой связи объявляют, что запрещено находиться на спортивных объектах, в парках и в прочих. То есть у нас доступно только перемещение, соответственно, по одному в пределах примерно 100 метров от дома. И люди отважные, конечно, я понимаю, что они не боятся. Некоторые вообще считают откровенно все это фигней, да, но вот видите, люди уходят с площадки после появления полиции, после объявления мер о том, что это все запрещено. Вот люди покидают площадку. Полиция заходит. То есть, видимо, люди не особенно реагируют на объявление, не хотят некоторые покидать площадку. Вот. Но, тем не менее, полиция настроена решительно, и это хорошо на самом деле. Действительно, нужно находиться на самоизоляции, никуда не перемещаться, только в магазин, ну, грубо говоря, раз в неделю, прогулки с собакой, ну и, может быть, до аптеки. Все, друзья, на этом благодарю вас за просмотр видео. Вот у нас такие новости в Москве. Вот, как у вас проходит самоизоляция в вашем регионе, в вашем городе? Пожалуйста, поделитесь информацией. Все это очень интересно. Ну вот в Москве вот таким образом. Даже немножко интересно, будет ли оформлено какой-то протокол о нарушении, выписан штраф. Потому что сейчас мэр Москвы объявил о штрафах для физических лиц за нарушение режима.